Перед началом данного видео я хочу вам сказать две вещи. Во-первых, хватит меня добавлять в друзья в ГД, потому что у меня их уже 200, а это предел. Во-вторых, видео не выходили чуть менее чем 2 недели, потому что я проходил катаклизм, и у меня есть даже кое-какой рекорд. Но какой, я вам не скажу. Ну, в общем, смотрите ролик. Всем привет, с вами Дольфи, и сегодня я пройду 3 изи демона, ну, которые таковыми, наверное, не являются, потому что они очень легкие, и я бы не оценил их на изи демона, потому что они очень легкие. Может даже, я видел даже инсейны труднее, чем эти демоны. Приятного просмотра! Я буду проходить от самого легкого к самому трудному, и... Самый первый, самый легкий Дурабея Дификуль 4. Бай Дурабея. Дурабея. Ну ладно, не суть. У меня на нем 18 попыток. Это практика. Еще я когда-то играл в нормал моде 22%. Так что он очень легкий. Так, погнали. Так. Уже 6%. Вот я прохожу очень легко его, потому что он очень легкий. Нечаянно там зажал поздно, и 19%. Так, порталы. Оригинальный у него, конечно, уровень. Очень. Я даже не знаю, в какой он версии был сделан. В очень ранней версии. Воу. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, играем дальше. Опа-на. Кораблик. Замедленный. Все. Ой, я забыл. Ну ладно, неважно. 64% уже с третьей попытки. Так, все нормально идет. Нормально, не ошибаемся за полосой. Эти шестеренки. Или я не знаю даже, как их называть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам! Ой, я перепрыгнул! Это ж... Ё-моё! Омай гад! Там всего-то надо было прыгнуть на шарик. И GG! Победа! Как я и говорил, это очень легко. Я прошел в нормал моде 6 попыток.
Следующий демон — это Hyperflux от Lemons'а. Этот демон сделан в 2.1 версии. Он немножко на капельку, на чуточку посложнее, но он тоже вообще не тянет на демон. Он очень изи. 16 попыток на практику. Ну, еще на мото 1-2 попытки. Так, все, погнали. Такая спокойная музыка. Сам демон сам спокойный. Так, паук. Блин, что-то у меня лаг. Я все-таки... Блин, я сейчас спалюсь. У меня лагает. Лучше детейл мод возьму. Так. Так. Блин, я хотел сердечко взять. Там надо было 2 раза быстро тыкнуть и все. Так. Волна. Так, не подведи меня. Дроп. А, 33%. Что такое? Видимо, мне на нем не будет вести так сильно. Но время покажет. Все, снова дошел. Ай, да что такое? Что я туплю-то, блин? Либо демон такой, либо я что-то туплю. Но этот демон явно потруднее, чем прошлый. Потому что это так и есть. Блин, 39%. Очень плохо. Очень плохо, что у меня еще слоу-детейл-модом лагает. Блин, и ничего с этим не поделать. Ай, блин, снова. Ладно, поиграю на практик-моде. Потренируюсь немного, а то я забыл, что здесь есть. Итак, я прошел этот демон в практик-моде. Ну и как всегда, в практик-моде мне везет, а в нормал-моде не везет. Как всегда, как обычно. 13 попыток. Демон такой легкий до сих пор, как и был. Ничего не изменилось. Ну ладно, погнали. Надеюсь, мне повезет. Ну, либо мой скилл меня не подведет. Ай, надо было просто тыкнуть малеха и все. Так, сердечко. Козла уже эти лаги. Нет, они меня достают теперь. Монетка, чуть побольше задержать. Нетрудно было, нетрудно. Нет, я как опять как идиот. Да блин, ну сколько можно уже третий раз здесь проигрываю? Что такое? Это, конечно, не баг, но я туплю сильно. И это не только от этого зависит. Вы думаете, откуда у меня эти лаги? Так я... Вы думаете, у меня топовый компьютер? Но нет, я играю на ведре. Ясно? Ясно. Все, играю дальше. Блин, я аж вышел. Что такое-то? 83%. А, как я там мог? Блин, я... Где я спалился? Thank you.
Па-па-па-пам! Джи-джи! Немного трудновато, конечно, было, но, впрочем... Я, кстати, после прошлой попытки, где я свалился, на 80%, я с первой попытки прошел. Но я там вышел, зашел, прошел. Очень легко, в кавычках. Нет, не в кавычках, без кавычек. Без кавычек. Все. 3 монетки, 10 звезд. Дальше смотрю, где монетки, так что 56 попыток. Это изи, это даже не демо. Можно считать. Я инсейны потруднее видел. Уже какой раз говорю. Ну ладно. И последний демон от Феликс Рама, Люсидио. Мне кажется, он тянет на демон. 29 попыток, да. Мне кажется, он тянет на демон. И поэтому, потому что я не нашел больше уровней. Очень легких. И я выбрал этот, потому что он тоже очень легкий. Даже если это демон, то он очень легкий. Демон, изи. Погнали. Сначала играем на кораблике. Так. Блин. Здесь нужно тайминг соблюдать, чтобы на от этого орба, я не знаю, как он называется, ну, на котором летать можно. И чтобы тайминг соблюдать. Блин, что я говорю? Короче, чтобы пролететь надо. Чтобы нормально пролетел я, и все, до портала. Пам-пам-пам. Да блин, что такое-то? Все нормально, идем дальше. Ай! Двойной шип. На замедленной скорости это не мое. Так, оп! Оп! Все. Волна. Монетку сразу же подбираем. Здесь вот такой вот трудный. Маленько трудные проходы. Ну так все легко. Straight fly, straight fly. Так. Идем дальше. Все, нормально идем, нормально. Нормально идем. И любуемся уровнем. Монетка. Фух, так, ой, я чуть... Я тогда вот, когда эти шипы выдвигались, я прям думал, что умру. Я как-то сама уже. И спалился здесь, оказывается, ничего не надо. Погнали заново играть. И не умереть там, а пройти дальше. Я запомнил, что там. Так, кораблик, монетка. Фух, мне повезло, я думал, что я там врежу в стенку. И волна, точно. Играем заново. Погнали заново играть. Нетки, то ничего страшного от этого не будет. Нет, НЛО, блин. А как так, я монетку пропустил? Го. Глупый фейл. Ай, чертова волна, блин. Ай, чё за чёрт? Ну я же знал, как проходить. Нет, там надо вот на пауке зажал, ну, один раз. Потом синяя пружина.
Здесь один раз и еще один раз я не тыкнул. После этого перевернута волна, и все было бы хорошо. Но я вступил, как всегда. Впрочем, как и обычно. Ой, врезался после монетки. Какой нуб, какой нуб. Как... Стыд и позор. А, ну как так опять? Ну, нажал нормально на пауке. Теперь на волне я буду фейлиться, да? Да? Нет. Нет, ну задержать. Сколько же я тупить еще буду? Сколько я раз уже это слово сказал? Да, GG! Я подумал, что-то еще будет, но я вообще уже забыл, что. И да, кстати, этот уровень сделали два человека, Феликс и Рагнарок. Последнюю монетку я не стал подбирать, потому что я и так на нем очень много мучился, и она еще немного трудная. В итоге я сейчас зашел в него, ну, перезашел, и с первой попытки прошел. У меня на нем 67 попыток, потому что я последние 40 попыток, ну, перед победной этой попыткой, тупил. И очень сильно. Очень-очень. Не знаю почему, но... Хотя даже меньше, чем 100 попыток на нем у меня. И этот демон очень легкий. Ну, по попыткам вы видите. Тем более, что я на нем тупил. Если тебе понравилось это видео, собаки, заткнитесь! Если тебе понравилось это видео, то не забывай подписываться на канал и ставить лайк этому видео. А с вами был Дольфи, прокачивай скилл и пока!